Всем салют, дорогие друзья, это прослушка. Прошлый наш выпуск со Скриптонитом набрал уже около 30 тысяч просмотров, и это все благодаря вам. Очень много людей посмотрело благодаря Скриптониту. У многих сложилось мнение, то, что мне этот альбом не понравился, что я не шарю в музыке и так далее. Я хочу сказать еще раз, это не обзор на альбом, это просто мое первое прослушивание, моя реакция на альбом. К вашему сведению, альбом «Уроборос» и «Улица 36» и «Зеркала» у меня в плейлисте, я их слушаю, бывает, не переставая, на репите эти песни. Сегодня я прослушиваю участника объединения Dead Dynasty, много знал, очень интересный персонаж. Я знал только пару треков у него, слушал. Ну, по крайней мере, я знаю о нем благодаря Фараону. Фараон говорил, типа, это его любимый рэпер в России, из России. И, типа, ну, он может его слушать и чувствует его энергетику, атмосферу и так далее. В общем, мне написали в комментариях, типа, Альберт, запиши прослушку, намного знал. И я очень рад, что появилась такая просьба, что меня попросили сделать что-то подобное. И я очень рад, что меня не просили прослушать альбом Лизера. Забавная ситуация вышла. Много знал и Лизер одновременно практически выпустили альбомы. Но у Лизеров больше было репостов. И, как оказалось, эти репосты все накручены. Он просто создавали они, в общем, его фанаты, армия маленьких девочек, которые слушают эмо, эмо-рэп, насоздавали альбомы ВКонтакте, группы ВКонтакте, и туда делали репосты. Но прослушиванию много знал все равно больше. Поэтому мне как бы самому было интересно этот альбом прослушать, но раз попросили, я запишу прослушку. Итак, погнали. Альбом «Гостиница Космос» называется. У Скриптонита должен был выйти «Отель Эверест», вот, но он не вышел, а вот «Много знал» появилась «Гостиница Космос». Давайте слушать уже. Прогноз погоды. Слушаю я, кстати, все с паблика «Новый рэп». Я сейчас просто захожу в плейлисты и слушаю новиночки. Так, ну это интро у нас. Ну, в принципе, такое легкое начало. Я думал, будет что-то мрачнее пока, но я надеюсь, что дальше будет очень интересно все. А это неожиданно для меня, да. Такой танцевальный какой-то трек. Ритм такой танцевальный. Определенно что-то не так. Ага. Так вот резко закончились. «Гостиница Космос». Вот чувствует сразу эта атмосфера. Мне кажется, тихо голос здесь, как бы, даже, скорее всего, наравне с музыкой. Я бы чуть на передний план вытянул еще. Но в любом случае, я этот альбом еще прослушаю в наушниках, потому что после прослушивания альбома «Скриптонит» у меня очень здорово изменилось мнение, особенно когда я слушал в наушниках. Поэтому, чтобы прослушать все звучание полностью, я послушаю этот альбом в наушниках. Неплохой трек, на самом деле. Девятины. Знаете, что меня радует? Меня радует музыкальная составляющая. Она очень интересная. А в текст я еще вслушаюсь. Как мне кажется, если закрыть глаза и включить эти песни в наушники, можно улететь в мир какой-то неизведанный вместе с Максимом, его, по-моему, так зовут. И можно даже, мне кажется, понять, о чем идет речь. Очень круто. Но треки, кстати, не такие длинные. Нормально выдержано. Где-то от минуты до трех. Крики в никуда. Не могу понять, кого он мне напоминает. Знаете, что мне не нравится? Много знал. Fast Flow.
иногда просто неразборчиво как-то, как будто съедаются там буквы, окончание. Коллектив никуда, никуда. Вот это уже, по-моему, третий трек, где такой простой припев, который может просто остаться в голове, и ты будешь напевать его. Неплохая фишка, обычно так делают попсовые артисты. Джад. Вот. Вот это близкое мне напоминает «Ты тупой». Ты тупой, просто ты тупой. Ай. Неплохо. Этот трек по-любому пойдет в плейлист, насчет остальных пока не знаю. Прогноз погоды второй. Первым было что-то не так с нами. А тут нам предлагают скинуть нас. Но нет. Ну, первый прогноз погоды мне понравился больше. Радует, что на этом альбоме нет совместок. Что Максим полностью хочет познакомить с собой без чьей-то помощи. Это, конечно, круто. Совместки — это круто. Коллаборации у блогеров тоже. Как бы вы понимаете, что... придут фанаты, допустим, того же самого Фараона и типа, ну, заценят. Да, блин, они и так заценят. Если бы, допустим, здесь был Скриптонит, то фанаты Скриптонит были такие, типа, что за много знал, и прослушали бы альбом. Реально какая-то шаманская музыка, танцевать, так... Какую-то пословицу напоминает или поговорку. Ну, в общем, неплохо. Я, наверное, когда буду слушать, буду танцевать. Такая очень крутая атмосферная музыка, на самом деле. Новая школа такая с шаманскими темами. The Pump. Уже слышали мы всю эту тему. Короче, Fast Flow. Вот надо поработать над Fast Flow. Если ты смотришь, Максим, это... надо все четко-четко делать. Я, конечно, никто, чтобы говорить это. Но... мне кажется, я не один такой. А прислушаться не помешало бы. Почему так плохо сплю? Эй! Я в последнее время вообще херово сплю. Я вчера спал 2 часа всего лишь. 2 часа, чуваки. Не курите, кстати, курение вредит вашему здоровью. Парите. Музыкальная составляющая очень интересна. Еще 3 трека. И все, можно будет подвести итоги. Минус 40. Блин, какая музыка крутая, а. Если это не завершающий трек на альбоме, то мне интересно сейчас послушать речную часть. Мне кажется, этот трек подошел бы идеально к окончанию. В общем, прослушивание в наушниках все скажет. Вы знаете, вот не так мрачно, кстати, все. Я думал, будет мрачно, но нет. Все очень круто сделано. Даже как-то светло, я бы сказал. Меня удивляет, вот каждый трек, меня удивляет музыкальная составляющая, меня удивляет музыкальная часть.
Может, это три завершающих трека, потому что это тоже крутой к окончанию альбома. У меня мурашки по коже идут. Такого давно не было, чтобы трек какой-то прям так нравился. Очень крутой трек. Кто-то среди них. И тут Децл. Кто ты, человек города тумана? Кто ты, раскрой свои мозговые грани? Кто ты, что-то там? Кто ты, кто ты, кто ты, а кто ты? Кто ты, кто ты, кто ты, а кто ты? Кто ты, кто ты, кто ты, кто ты? Я не фанат Децл, есть. Офигенно. И последний трек, речная часть. Запиченный голос. Мне очень нравится. Ну, что-то как-то вот закончил, как будто он немножко не так. Но это как бы мои проблемы все. Вот надо было так, надо было всяк. Это все, конечно же, мои проблемы. То есть, если что-то мне не нравится, то это мой косяк. Вот, что по поводу альбома. 11 треков, в принципе, они вообще очень быстро все пролетели. Я думал, что все треки, они как-то будут похожи между собой, но они все такие разные. Везде музыкальная составляющая меня просто удивляла. И это очень круто. А где-то я не разбирал текст, поэтому я сейчас буду в наушниках слушать. А могу пока три трека выделить точно. Это Джад, минус 40 среди них. Мне понравился Fast Flow в некоторых треках. И я пока не разобрал всю идею этого альбома, поэтому я сейчас второй раз буду прослушивать. Вот. Ну, а вам, если понравилась моя реакция, ставьте лайк, рассказывайте друзьям и пишите в комментариях, какие альбомы я должен заценить обязательно. Только прошу, пожалуйста, не пишите мне заценить альбом лидера. Не просите меня этого делать, не буду. Потому что я не слушаю эмо-рэп. Вот. Ну и все, наверное. Всем пока, всем спасибо за просмотр. До встречи. Check it out.